Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Эта игра называется Lake Heaven Chrysalis. Heaven вообще-то небеса по-другому пишется, кристалл тоже по-другому. В общем, что-то создатели хотели сказать этим. Это инди-хоррор, насколько я могу судить, ретро. А судя по музыке, которая ambient такой на заднем плане, закос под первый Silent Hill, вроде как. Что нужно-то, чтобы... Так, играю я на ПК с DualShock 4. Мне тут показывают... геймпад от первого PlayStation, вроде как. Вот. Ага, я понял, в чем дело. На этом джойстике стиков не было. Я пытаюсь сейчас стиком поуправлять. Но не тут-то было. Только кнопками на крестовине. Нет слов, чтобы объяснить дело, которое довелось мне расследовать. Женщина за 20... Последний раз видели ее несколько недель назад. Но что-то было в этом не так. Нутром чуял. Я сегодня вечером домой не приду. Интересная постановка. Так, ай, господи, это жесть. Опять же, не стиком, а кнопочками. Сейчас пытаюсь прощупать, что там. Это я нажал треугольник. Треугольник, судя по всему, должен открывать инвентарь. Так, если вот лево-вправо, он вертится на месте. Вперед он идет. Как хоть... Ага, если R1 нажать, то... Естественно, во время прицеливания можно только крутиться, а идти нельзя. Патронов сколько? Бесконечно. Стена. Ага, если кружок зажимать, то он бегает. Блин, жаль, что стиком нельзя управлять. Так и буду тыкаться. Хочу, чтобы он покомментил. Такое хотел увидеть. Куча неоткрытых
конвертов. 88 год, 22 сентября. Письма от Марианны. Дорогая Элеонор, или я пишу это письмо, потому что я не знаю, что еще можно сделать. Ты не ответила ни на один из моих телефонных звонков. С тобой все хорошо? Я слышала о том, что случилось между тобой и Джеймсом. И знаю, насколько сложно в таких ситуациях. Но закрываться ото всех — это худшее, что можно сделать. Я бы подъехала, чтобы лично с тобой повидаться. Но мои, в общем, лодыжки еще не восстановились после операции. Но я всегда рада тебя видеть. Твоя подруга Марианна. Дорогая Элеонора, прошло 2 недели с тех пор, как я послал тебе письмо. Я очень за тебя волнуюсь. Дай мне знак, если что с тобой все хорошо. 3 октября. Не хотелось бы это делать, но если от тебя по-прежнему не будет никаких вестей, сообщу в полицию. И вот приехал полицейский. Как результат. Наверняка здесь закрыто. Сложно сказать, что внутри. Окна грязные, но я слышу голос. Письмо от Джеймса. Дорогая Элеонор, больше нет сил терпеть. Прошлой ночью я едва узнал тебя. И ты не та женщина, с которой я встретился в колледже. И на которую запал. И на которой женился. Я знаю, что у тебя последние несколько месяцев непростыми выдались. Но и у меня тоже. В общем, беспокоится он о своей безопасности. Пожалуйста, прости меня за то, что оставил тебя здесь. С любовью, Джеймс. Блин, с управлением буду бороться. Дверь в подвал. С цепями. И замком. Если туда попытаться... Грязь. Возможно, что-то здесь захоронено. Блин, как можно... Можно хотя бы вот камеру за плечи перекинуть, как в Silent Hill'ах? Лопата, небось. Нет. Лестница, ведущая вниз. Спуститься? Не, пока не надо.
это я перешел в другую локацию. Вилы. Неудобно их с собой таскать. Тут ни хрена не видно. Сена. Лопата. Брать. А где мой... Инвентарь. Просто кружок. Ой, треугольник. Конюшня пуста. Интересно, куда животные подевались? Старая книга. Взять? Ну, допустим, взять. Инспект. Ничего нету, все страницы пустые. Крестовиной, конечно, жесть управлять. Закрыто. Не хочет пачкать ботинки. Что такое? Такой странный блик. Блин. А как? Откуда я пришел? Отсюда? Да елки. Так, ну, для начала могилу вырою.
так, значит, делать. Сломалась рукоять. Ключик от подвала, да? Теперь в колодец попробую залезть. Блин, да где он? А, вот. Дверь, и не хватает одной ячейки. Ой, не идется. Где он? Ну прям такой old school. Еще один ключ. Алтарь для жертвоприношений. Изображена химера. Покоится ключ. Что-то можно сюда установить. И сюда. Ну, какой-то из ключей явно должен открыть подвал. Ой, да, блин, я забыл, это не так работает. Вот так вот. Черт. Как тут интересно выгрузится? А, вот и settings появились. А, можно даже 4 к 3 сделать. Ну, спасибо, не надо. И фильтр. Применить электролучевой эффект. А что, у меня не 60 Гц, что ли? О, так гораздо. Приятнее играть.
Есть опасение найти змею в одной из этих коробок. Похоже, слишком поздно. Она здесь примерно неделю гниет. Какие-то разрезы. Но причина смерти остается неясной. Нужно прочесать территорию на предмет улик. Я доберусь до дна. Документалка про природу. The land is our living. The land is the house of our life. A forest is home. This is the work of the Forest Service. To care for the house of the woods. To mend and reweave the tapestry of green and gold and living blood we call a national forest. That its riches may remain for all. Но не обязательно же смотреть все. Стрелок не хватает. Подготовлен стол для обеда. Что здесь случилось? Не голоден. Так, дневничок. Какой год? 85-й. Дорогой дневник. Я сказала Джеймсу, что все хорошо. Но больше не могу держать это в себе. Я даже не помню, когда в последний раз спала. На протяжении нескольких недель он так обо мне заботился. Говорил, что я выгляжу бледной. И сама не своя, в общем. Хочу донести до него правду. Но он смотрит на меня, как на сумасшедшую. Даже спросил, не принимаю ли я наркотики. Он совсем обо мне ничего не знает. Нужно поспать. Во снах безопаснее. Ну, в общем, доктор прописал средства, психиатр, и говорит, что я не сумасшедшая. Просто для сна таблетки. Когда их принимаю, вырубаюсь моментально. Ну, не моментально, в течение часа. Ну, просыпаюсь с утра от этих таблетосов, мутновато. Ржавый ключ. Ну, конечно. Да, Поленский. Ни один из ключей не подходит.
уютное место, чтобы сесть и прочитать захватывающую книгу. Книга, у нее аж книга есть точно. Никак. Нет ручки. Не войти. Блин, Resident Evil. На ручке знак луны. Месяц, точнее. А ручку можно в дверь вот эту вот применить? Ну это, конечно, глупо, лопатой ручку на двери. Еще один дневник. 87-й. Кто-то в доме есть, помимо меня. Я думала, что Джеймс пришел домой пораньше. Чего? От визита его сестры? Или для визита? В Лейкхэвен. Но машины его нет, поэтому это не он. Я продолжаю слышать... нервирующий, можно сказать, звук, исходящий из чердака. Звучит как смесь шепота и слизи какой-то. Набралась мужества исследовать чердак. И к моему сюрпризу там не было ни единой живой души. Наверное, мои глаза меня подводят. Я по-прежнему слышу шепот. Прямо как сквозь кости он проговаривается. Доски пригвождены к стене, и там ключ. Что-то там блестит. Ну... Ничего подходящего нету. Обычный душ. Так, а что можно сделать? Ржавый ключ использовать на цепи. Вот склизкий звук. Это что такое? Ой, ну и ракурс.
Коробка с инструментами. Закрыта, конечно. Да ладно. Кроубар. Ну, конечно, взять. Тяжелая металлическая дверь. И есть место, куда можно ставить ключ. И под ней еще маленькая дыра. Ну ладно, рано, наверное, сюда. А вот он с месяцем. Выгляжу уставшим. Может отдохнуть? Музыка добрая, может это сейф-рум такая здесь. Кофе. Богатый аромат кофе всегда помогает мне расслабиться, сохранить... О-о-о, серьезно что ли? Слава богу, что... То есть есть... Я думал, что ограниченное количество попыток выгрузиться. И еще дневник, 87 апреля. Джеймс вернулся со своей деловой поездки. Что-то с ним немного не так. Но я не могу понять, что его глаза, они разве всегда были зелеными? Что-то он от меня прячет. Они... Настоящие. Трое мужчин настоящие. Почему мне Джеймс лгал? Говорил, что у меня галлюцинации. А прошлой ночью один из них навис надо мной, когда мы лежали в кровати. Я чувствовал его зловещее присутствие в двух футах от меня. Джеймса. А, нет, Джеймс сказал мне, что это все в моей голове.
сонный паралич. Не хочу начинать сначала, снова и снова. Двойная кровать. На одной половинке спали больше, чем на другой. Блин, опять записка и ни одного ключа. Чего? Люди в деревне... Это какая-то легенда городская. А, кстати, комбайн. Угу. И зачем? Ну... Почитать, в кресло-качалку сесть. $15.60.40, небось, будет сейф. Пейзаж. Орел над ручьем. Ну, просто у меня нет идей, куда можно... Куда пойти, что сделать. А вот и нифига, поэтому с самого начала. Да ёлки-то. Не пойму, он сейчас что, подгружает на первый этаж или... Точнее, с машины, с моей машины, откуда я приехал. Что я мог где-нибудь пропустить? Нет. Ну, например, с чего начать? С подвала? Или вообще с инвентаря, может что-то с чем-то можно соединить. Например, лопату с чем-нибудь. Точнее, ручку. Не, вряд ли. Может что-то еще есть в могиле?
One more time. Стоп. Или на втором этаже, может, там что-то с дверью можно сотворить. Ну, для начала на этой двери поиспробую. Вряд ли, конечно, получится. Прежде чем бежать туда, где амбар, я попробую на втором этаже. Или в колодец можешь залезть еще разок. Повнимательнее. 85-й. Дорогой дневник. Прошлой ночью мне приснился самый ужасный кошмар. Я потерялась в большом коридоре с гигантскими колоннами каменными. Мрамор. Ну, неважно, короче. А, нет, тут шахматный узор какой-то был. Четверо мужчин стояли напротив меня и дразнили, смеялись. Говорили, что я не буду тем же человеком, что была... Что они имели в виду? Три из них. На них лицо было покрыто странными тендрилс, что за, не знаю слова, и цветами. Четвертый отличался от других. Чувствовала даже сочувствие какое-то к нему. Все, о чем я могла думать, чтобы он развернулся и сказал мне все, что все хорошо, но... Похоже, он смотрел на кого-то. Это, в общем, будет, небось, задачка. С шахматами или с фигурками. Я так устала. И не могу засыпать, потому что боюсь увидеть кошмар. Боюсь рассказать обо всем этом Джеймсу, потому что кинет меня, уйдет от меня. Так. Ну, вряд ли сюда. И там вроде как тоже два углубления. А вот если вправо нельзя, влево. Книгу можешь сюда положить. И здесь тоже непонятно, что сюда подойдет. Так, на второй этаж. Или, может, даже на первом еще раз осмотреться. Телевизор выключился. Forest is full of riches. Нет, не выключился. Ты этого не заслужила. Так много коробок. Планировали переезжать. Стрелок от часов у меня тоже нету.
дату выставлять, я тоже не знаю. Ничего на столе не взять. Ой, что-то взялось. Скользкое старое мясо. Может быть, это будет улика? Ну, а куда я могу его применить? На алтарь положить? В подвале. О, дверь. Я забыл-то про нее совсем. Дверь какая-то немножко открытая, вот это. Нет, ничего не получается. Еще раз на второй этаж. Здесь у нас только кресло. Это лампа. А, нету лампочки. Здесь ручки нету. Там у нас ванна. На всякий случай еще проверю ее. Куда она ведет, интересно, эта дыра? Здесь две двери или одна? Safe room. Может, здесь что-то пропущенное? Да не похоже. Погружаться я не хочу сейчас. Ой, а это что? Нет одежды в шкафу. Они планировали уезжать. Она. Может быть полезной. Старый крюк. Для чего же он используется? Возьмете, возьмем. Чтобы чердачную дверь опустить. Для чего же еще? Где может быть эта дверь? Надо смотреть на потолок. Но тут ни хрена не видно. Видимо, когда лампочка будет зажжена. Может попытаться этот крюк. О, так получилось. Только инспект.
достать вещи вне зоны доступа, которые... А может быть, вот на ванной, на дыре использовать что-то еще удастся вытянуть. Просто встать и вот так. Юз. Нет. Что ж, вне зоны доступа. У меня пока все в зоне. На потолке ничего нету. Но если я встряну, я, конечно, загляну в подсказки. Но пока такого желания нет. Так, еще разок в колодец. Мясо положить. И что такое? Упала из этой скульптура и пара. Ага, стрелок. Часов. Значит, стрелки есть, но... А комбинация, это, наверное... Я думал, будет сейф. Это, наверное, на картине намек какой-то... к тому, какое время выставить. Установить время, ну, попытаться установить. А, значит, вращаются обе одновременно. Since we came to this land until now, we wasted the house of the forest we were to have shared. Пойду посмотрю подсказку. Просто там вроде три цифры было же. Ну и как это понимать? 15-40-60. 15-40-60. Почему три цифры? Вот тут тоже 23-59. Но... Пробую колбасить стрелки. Life and the children of life.
and we begin to understand this life is part of our own. 40. Joined to us by living threads, we do not tear apart if we are wise. 15, 40, 60. 15, 40 выставил, мне нравится. Если наоборот. Нифига. Watchful on the ground and watchful in the air, the trained and careful forester can build a fire in a box and keep it there. And out of the fire, like the phoenix, ну, я прям-таки не знаю. Comes new life for the jackpot. Life. Возможно, те цифры не для этого нужны. Для чего-то еще. А если заглянуть, ну, в эту книгу. Здесь тоже вряд ли подсказка по этому поводу. Тут про что-то другое подсказка. Ну хорошо. Побегу-ка я. К амбару. А может быть. А где ж там была дверь? Дверь, такая странная дверь. С какими-то там дырками. Вот это вот. Нифига. Ничего тут больше нету. Если я и в амбаре ничего не найду, то тогда подсмотрю подсказку. Заодно посмотрю, продолжительная эта игра или на сколько часов. Есть, кроме сена. Такс. Ничего такого примечательного не видно. Что-то я затупил. Что это был за звук?
может здесь что-то есть. О, что это? Не, правда. А почему ничего не? Может, пасхалка какая-то? Ничего не нашел, короче. Блин. Бегу в комнату, чтобы выгрузиться. И подсмотреть решение, как двигаться дальше. Еще раз гляну. 15:40 я выставлять пробовал. 60 тут причем. 60 ведь нету на часах отметки. Я подсмотрел такие. Там, короче, чувак ее за 40 минут пробежал, английского не знает, ничего не переводит, бежит постоянно вообще, не смотрит, не, и все равно прошел. Короче, где-то на 10-й минуте его прохождения, инвентория, бук, инспект, что это? Высушенный цветочек. Я подсмотрел только этот малюсенький момент. Вот я бы вообще не обратил внимания на то, что закладка есть в книге, и что ее можно отдельно от книги. Тут есть картина с такими же цветочками. Может быть, она имеет какое-то отношение с найденным мною цветочком? Ага. Маленькая кнопка. Нажать, нажать. И вот этот момент, из-за него я тупил. Секретное отделение за картиной. Все эти годы слепо нажимать на кнопки, и наконец это вознаграждается. Ключ. Можно им попробовать Iron Key. Что-нибудь открыть. Какие у меня двери закрытые? На кухне. Вот это вроде закрытое. Ну, подошло.
одна из каменных пластин. Изображение лучника. Зачем вот предлагают? Возьмете, а не возьмете? Ведь инвентарь тут не занимает, ну, нет тут определенного количества ячеек, чтобы в сундук складировать там, например. Только одно из стихотворений едва различимо. Читать? Так, из Библии. Цитата. Ой, не люблю я это дело. Так. В то время, когда Иисус пришел в Назарет и был, не знаю, баптизован Джоном, только Иисус вышел из воды, он увидел, небеса разверзлись, и Дух Святой спустился на него, как голубь. И голос раздался с небес: «Ты мой сын, которого я люблю». Ну, и ничего же ведь не случилось. Прочитал и прочитал. Что там наверху? Лампочка, ее можно? Нет. The riches of the forest are for all. Так, бежим за дом. Только я не помню, в колодец ли. Или в подвал. А вот здесь должна подойти. Нет? А мне кажется, должна. Вот незадача. Ну, блин, а если мне вторую надо найти, а у меня... Эх, не сюда. А я вставлю только одну. Что-нибудь мне воздастся? Подходит. Но ничего не случилось. Подержу пока. Да твою мать... Подходит. Лампочка. Ага, вот уже что-то. Берем. Так, назад. Я думал, две пластины нужно вставить, чтобы открылся проем. А тут одной было достаточно. Так, в дом. На второй этаж. Лампа. Ага. Опять понятно же. А как нужно как-то чётенько встать? Дверца в потолке потянуть.
Да. Чё? Ой. Оторвал шнур. Либо я сильнее, чем думал, либо хлипкий был шнурок. Ну так пригодится. Только если был какой-нибудь способ. А ты бери, может, предмет полезный. Использовал крюк с ручкой. Такс. Получилось. Чего-нибудь. Страничка из дневника, похоже, была написана наспех. 87 февраль. Голоса становятся громче. И, в общем, они рокочут так, что невыносимо для костей моих. Я сказала Джеймсу следовать за мной на чердак, но он сказал, что не может больше слышать подобного. Должно быть, он глухой, не слышит, если такую какофонию. Или он обманывает меня, неправду говорит. Мунтастик. А, вот и сейф. Только я забыл уже. 15, 60, 45. Я не помню. Так. А уже неправильно. Нет. Значит, надо идти смотреть. Определенно не жуткое привидение. Я ж могу что-нибудь проглядеть. Только начинать крутить-то влево или вправо, я... Ну ладно, вариантов-то не очень много. Если начать 15, 60, 40. Или 20, 60, 40 было, что-то я... Блин, память девичья. Блин, наверное, 20. Ну, что поделать.
правда дырявая голова? Да блин. Чё не так-то? Почему-то мне кажется, что 15, 60, 40. Только непонятно. Может, не с 15 начинать? Я понял. 60 начинать нужно. Голубь спустился с небес. Потом Бог на Иисуса типа любовь изложил. 60, 40, 15. А чё такое вообще? Может, погодите. Нет. Что-то не так. Если начать... Нет, уже неправильно. Я хочу начать с 60... Так вот. 60... А нужно сейчас вот, например, нажимать X? Нет? Как-то зафиксировать. Плохой из меня медвежатник. 60. 40. Да блин, скотство какое. Ну хорошо. Тогда. Я сбегаю, почитаю этот стишок. То есть не стишок, где про Библию сказано в подвале. Я Библию знаю плохо. И не считаю, что ее нужно знать. Так, значит. Может, начинать надо с Иисуса? Иисус. Голубь. А потом уже Бог. Иисус, голубь, Бог. Я думал, начинать надо с голубя. Кстати, вполне себе Silent Hill-овская загадка. Да я же пробовал 15, 60, 40. Да блин. Пробовал же. Попытка номер 25. Открыть сейф. Все равно с какой стороны?
Я несколько раз так пробовал. 15. 60. 40. И... Ну хорошо, вот так начнем. 15. 60. 40. Слушайте, блин, я сдаюсь. Не, ну это, конечно, дебилизм какой-то. Почему так? Ну хорошо, можно попробовать. 15, 60, 40 пробовал. 15, 40, 60 попробуем. Нет? Потом попробую объяснить логику. 15. А может щелчки, ориентироваться на них надо? 15, 40... 60. Почему? Почему? Я не знаю. То есть там это получается, что Иисус, потом Бог, потом голубь. Какая в этом логика, связь с текстом библейским? Страница. Это опять какая-то тут история составляется из лучников, всяких чудищ. Взять. Потом пластинка с химерой. Взять. Потом соединить со страницей. Вот. Потом... Химеру в колодце использовать. А зачем тут пистолет-то? Вот никого нету. С кого убивать. Но ничего не произошло. Я думаю, многие мы через это проходили. Может, я чего-то упустил? Ой. Опять затык. Че ж мне так не везет? Может, я кровью измазать? Может, ее инспект, что-то, что в ней не так, посмотреть. Да нет, все очень старое. Ну вот это тут, конечно, облом. А может быть... вынуть лучника... Получается? Ну как так? Лучника вынимать он не хочет. По-любому. Что-то можно поставить. А второй раз может получится. А почему?
ничего не случилось. Блин. Плохо, плохо, плохо. А где еще может быть углубление? Тут не квадратные они, тут они такие с углами. Короче, затык номер два. Что я могу? Зачем цветок нужен? Был закладкой. Но он ему видит более хорошее применение. Какое ты ему видишь применение? Нет, я еще не закончил. Короче, я попробую на этой... Сначала я попробую предметы. А может, факел зачем-то можно как-то задействовать. Я попробую сначала с предметами поколбасить. Например, возьму... Соединить с книгой. Нет, не хочет. Соединить с пластиной. Нет. Ну, тогда пластину. Ну, я ее уже инспектировал. Просто тогда получается, что я опять какой-то предмет проглядел. С комбайн с книгой нет. Комбайн с ломиком. Подточить его, можно так сказать. Ух ты, комбайн подточил, что ли? Тьфу ты, вот как это решается, ну. Ой, нет. Мне казалось, что он же сказал, получай ты там ублюдок, что-то такое, когда я попытался соединить. Правда, что-то не ясно. Отчетливо же написано, получи мифический ублюдок. А может быть, ломик можно использовать вот здесь? Слушайте, ну... Я правда не догоняю. Но такого у меня очевидно нету. Что можно? Что осталось? Тут-то локаций всего. Точнее, локация-то одна. Несколько экранов.
самим можно помучиться. Все равно какое-то время... Ну да, вот просто как вариант про... Если крутить на какую-то позицию, я выйду правильно. Вот так, по минутам. Сначала прокручу целый круг. Пусть это будет 12. А что нужно зафиксировать, да? Стойте. Что-то я не пойму. Я поставил 12-12. Я не понимаю задачи в этой игре. Стоп. А если б я другую какую-то позицию выставил, они что, тоже бы зазвонили? И что изменилось? Так, ну... Дзынь-дзынь было, значит. Может, ручка, дверь, которая без ручки, она... Блин, нет вроде ничего. Надо, кстати, лучше выгружусь, а то... Поскольку игра не очень длинная, а пистолет у меня есть, на меня кто-нибудь может... Напасть и убить, а переигрывать как-то не особо хочется. Может, за зеркалом чего-нибудь? Блин, зазвонили часы. Тут какая-то слизь в двери вырывается наружу. На чердак слазит, что ли? Смотреть, что изменилось. Да вроде ничего. Но что-то должно же мне было дать. Ну, вот сейчас что, в чем проблема? Ну хорошо. Подвал. О, точнее, кладовка. Кстати, если вот подумать логически, пластину я вставил там с лучником, и отодвинулась плита каменная. А за плитой лампочка, блин, лампочка, это ж вдуматься только. Блин, что изменилось? Ну, может быть, вот с другой стороны дома, где эти часы, здесь больше ничего не хочет делать. Попробуем выбежать, посмотреть с той стороны дома. Например, в подвале или вот тут примерно часы ведь стоят.
спрашиваю в подвале. А что вот все-таки там такое в этом углу? А, не, не в этом углу, в другом, ну, не суть. Странное дело. Ну, какие варианты? Вариантов немного. В колодец или на ферму. Может, теперь встанет пластинка после того, как часы пробили? Офигенная логика. Часы пробили, встала пластинка. Дверная ручка. Ну, это я знаю откуда. Блин, я же вставлял эту страницу. Или я переигрывал. Ну да, у меня игра вылетела. Я переигрывал. Кусочек небольшой. Так, ручка на втором этаже. Кстати, возможно, придется стрелять, потому что там какая-то жижа стекает на этой двери. Что такое? Ой, черт! Я не ждал, я этого не ждал. Сердце заколотилось. И почему там, когда я отступал, там какая-то яма была? Блин, вот как знал, что это стрелять придется. Кого я убил? Ту, которая голоса слышала? А кто сидит на первом этаже тогда, разлагается? Она что-то держит. Октябрь 87-го. Письмо Джеймсу. Дорогой Джеймс, я узнала, что ты живешь в доме своей сестры. Мне так жаль, что я сделала с тобой. Я никогда не хотела ранить твои чувства. Я сказала.
ни одно из них не было правдой. Я люблю тебя, пожалуйста, возвращайся. Скучаю по тем временам, когда я здесь была с тобой. Так это... Кто разлагается на первом этаже? Подходит. Теперь я могу использовать дверь. Стрелять нужно будет в кого-нибудь. Что здесь случилось? Сырая комната. Уже начинаю дрожать. Озноб, точнее, начинает пробирать. Не следует оставаться здесь долго. Вот эта хрень для использования в колодце. Ангел выгравирован. Взять. Окно сломано. Но все равно не чувствуется, что здесь воздух свежий. Все здесь или что-нибудь... Вот. Еще одна страничка. Июнь 87-го. Я знала это, Джеймс. Один из них. Почему он делает это со мной? Каждый раз, когда он дотрагивается до меня, моя... Мурашки по коже. Не могу выносить его больше. Сказала ему... Уехать. Декабрь 87-й. Джеймс вернулся домой, но в этот раз что-то с ним не так, даже больше, чем в прошлый раз. У меня не осталось выбора. Следующая страничка нечитаема. Значит, перечеркнута. Есть дописка. Я... Вырою яму в саду. Думаю, что она достаточно большая. Получится. Что-то я не понял ничего. Ну, есть шанс, что не объяснят. То есть из серии будет «Додумывайте сами». Так, сюда. Это. Не использовали. Специально медленно иду. Можно было побежать. Ну, что тут за Silent Hill? Блин, я чувствую, надо было выгрузиться. Нет, я точно побегу, выгружусь. Что-то у меня плохое предчувствие. Я ж не думал, что тут такое. В бездну спускаться. Тем не менее,
вот в подвале, там же есть дверь с двумя отверстиями. То есть это будет сейчас, если какой-нибудь босс на меня попрет. Нужно будет в подвал потом возвращаться и какой-то предмет применять, чтобы эту дверь открыть. То есть, видимо, если там будет финальный босс-файт, то после него еще титры не полезут. Ну все, теперь я готов умереть с чистой совестью. Что это? Он на своем пути на восток. Она была одна пленница. Ее гниющей пустоты из плоти и костей. И долгое время она ничего не чувствовала. До той поры, пока внутренний круг не достиг ее руки. Я Льюис. И внезапно она поняла, она была мертва в то время, когда еще была жива. Она впала в состояние Хрисалиса. У нее получилось, я горда за нее. Говорит с Сэм. Просто совпадение. Смерть — это жизнь. Посмотри на нее, она выглядит точно как Элеонора. Это невозможно. Чё? Вот я не понял, что ты хочешь сказать мне. Ой. Так и надо было сделать. Хм. Похоже, это крепится к чему-то. Взять странный железный... Ага. Что, можно назад бежать или... Еще что-то здесь есть? Например, вот там какая-то дверь.
пошарить. Мало ли. Но кажется, нет ничего. Там, например, что-нибудь. Не-а. Где я? Этим корявым управлением это было сделать непросто. Подойдет сюда? Или сначала его с чем-то надо соединить таки? Да блин. Ну не знаю. Что, у меня нет предмета подходящего с этим ключом? Нет. С ломиком? Да вряд ли. С этим? Нет. С этим? Угу. Использовать. Я полагаю, что никогда не узнаю, что для чего маленькая дырочка предназначалась, а возможно она... Если я отправлюсь дальше, я, возможно, не вернусь назад. На самом деле использовать этот ключ? Нет, не на самом. Для чего ж маленькая дырочка-то? Тогда можно попробовать его уже соединить со всякими вот, которыми у меня есть. Видимо, это для того, какой-нибудь есть предмет. Не факт, что он у меня имеется прямо сейчас, который можно соединить и получить какую-то альтернативную концовку. А вот если, например, напротив этой двери использовать вот это вот. Нет? А это в качестве в маленькую дырку загнать. В любом случае, я добегу до сохранялки комнаты, где можно сохраниться. Потому что раз мне говорят, что дальше я пойду туда, откуда уже хода назад нет. А что с трупом, кстати? У меня
жаль, Элеонор. А может, цветочек положить ей? Ну, было бы логично. И... Что же вставить в эту маленькую дырочку? То есть она вот встала уже загнившая и пошла меня месить. Такс, ну и бежим. Открывать страшную дверь. Может быть, еще раз могилу смотреть. Ну-ка. И правда, нифига. Сейчас за зеркалом оказался. Они так и будут повторяться, или я в какую-то стену упрусь. Телефон звонит, я понял, что звонит. Ответить. Когда луна ярка. А все, что можно, это прятаться под ней. Или я неправильно перевел, но не суть. Это предложение затрудняюсь. Его рот пытается дышать. Эта история когда-нибудь закончится? Кто это звонил-то? Сотона?
уже не комментит. Пропавшие. Значит, Твин Пикс уже начался. Неплохая постановка для Индии. Сознался, подписался подо всем. Пошел снег или пепел, как Silent Hill. Ну что, он левой рукой левша, да? Добро пожаловать в Лайкхевен. Ну, в общем, это, видимо, была концовка. Наверное, это неправильная концовка. А если бы у меня был доп-ключ, тогда была бы true-концовка. Мне игра понравилась, атмосферная. Ретро, но правильное ретро. Хоррора здесь практически нет, но играть было интересно. Я бы 8 баллов честно поставил. Такое вот было прохождение. Играл Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. Всем пока.